В Тверской области появились три новых праздника. Областной парламент утвердил три новых памятных даты. Так, 9 июня теперь считается днем памяти преподобного Нила Столобенского. 25 июня – днем памяти святой благоверной великой княгини Анны Кашинской. 26 октября будет отмечаться день памяти священномученика Фадея Успенского. Их будут отмечать уже с 2020 года.